Януковича, вот а все равно ворует, все равно без ничего. Вот не ругайся, Россия, не надо. Вы кажете, вот Россия тоже пидорат. Вот слушайте, наши. Вот слушайте, вы кажете, как бы не было Майдана. Не было бы. Так свет и не было бы чего. Не было бы сейчас так, не было бы все, надо было немножко уже... Треба було не лупити студентів, як вони зібралися. Що? А ті студенти не палили його тих міліціонерів тих? Спочатку, а хто зажег? Янукович направив беркут проти студентів. І їх окружили і почали лупасити. Безбожно. Нечего делать, которые не хотят работать, не хотят пошли все. У меня трое детей, ни один не пошел, ни один сын не пошел, ни зять, никто не пошел. Не будем а переходить. Все, пошли не за деньгами поехать, пошли к тебе не мать. Поки у матери. Когда все пошли там, сидели, не хотели уходить с того Майдана. А чего не хотели уходить с Майдана? Ой, вы темная жинка, вы знаете. Хорошо, вы светлая, вы видите, что делать. А вот пошли студенты, почали лупасить. И с чего почався Майдан? А посмотрите, Янукович был. А у этих, и то такие же дома. Я пошла в больницу, и врач говорит, у этих еще больше, еще красивее дома. Такие имеют вот это, еще лучше, чем у Януковича. Треба набраться ума и правильно выбирать депутатов. Да. Правильно. Какие? Вот это Лешко ебаный, который имеет сколько миллионы еще. Лешко тоже хороший. Лешко хороший. Вот вчера хоть один раз. Лешко справедлива людина. Да, очень справедлива. Вот вчера первый раз сказал. А кого вы полюбляете? Никого не люблю.